Как мы вовремя дошли! А, тебе вон туда, в уборную? Как крутит мой живот! Вот видишь, процесс пошел. Очищение началось. Вот, нашел лягушачья слизь, змеиная кожа. То, что нужно для такой раны. Ну вот, тебе уже и полегче. Теперь ложись на этот топчан, я обработаю твою ногу. Ты точно знаешь, что нужно делать? Слушай, даже не сомневайся. Но для начала тебе нужно дождаться восстановления твоей ауры. Вот, я зажгу специальную ароматическую палочку. Против дурного запаха. Аромат, который прогонит все негативные ионы и оставит только позитивную энергию для твоего скорейшего выздоровления. Что-то я уже запутался. Поэтому тебе и нужен целитель. А как насчет того, чтобы найти моих друзей? Подожди, все по порядку. Пока ты приводишь свою ауру в должное состояние, у тебя есть время выучить 56 основных примет для правильной жизни. 56? Ну а ты что хотел? Вот тебе головка чеснока, положи ее под подушку, и тогда выучишь все намного быстрее. А я должен ненадолго отлучиться. Скоро вернусь и сделаю тебе еще одну примочку. Так, первое. В воскресенье нельзя обрезать ногти. Счастья и денег не будет. Второе. Есть с ножа — сердитым будешь. Ерунда какая-то. Лучше путеводитель почитаю. Не попади в капкан суеверий, в глубокий колодец лженаук. Не позволяй льстивой красоте гореть в сердце твоем, чтобы объятия льда не остановили тебя на пути. Так, а что это висит на стене? О, диплом. На имя примет Зодиаковича. Выдан князем Порядкиным? Теперь понятно, кому служит примет. Надо быстрее уходить отсюда, ведь я воин царя Добросвета. Примет Зодиакович, это я, Услада. Примет Зодиакович, мне очень нужен новый кристалл-приворот для принца моей мечты. Ох, так это же он. Привет. Привет. А ты кто? Мирошка. А я Услада. Какая ты красивая, Услада. Ах, какой сладкоречивый. Еще и без маски. Ты просто принц моей мечты. Я видела тебя во сне. Я всю жизнь ждала именно тебя. Такого сильного, такого смелого, такого мужественного. Ты уверена? Это все про меня? Конечно. Такого, как ты, я еще никогда не встречала. Убирай свою книжонку. Теперь в твоей жизни есть только я.
Золотой ты мой. Как-то все неожиданно. Ты такая невероятная девушка. Моя нога! Что с твоей ногой? Да меня ранил дракон! Бедный мой рыцарь! Я же говорю, ты самый отважный на свете! Постой, Услада! Мне надо уходить отсюда! Лечение примета Зодиаковича совсем не помогает! Ах, зачем ты так с кристаллом? Ерунда это все! Не ерунда! Этот кристалл нас свел вместе! Ну пойдем же! Пойдем ко мне. К тебе? Да, там тебя ждут самые красивые танцы. Там я буду только твоей. И я смогу увидеть тебя без маски? Я никогда не снимаю свою маску. Ну идем же, там ты сможешь прикоснуться ко мне так, как ты захочешь. Ну, Услада... Твоей раной в тяжелых доспехах ты не сможешь идти. Давай я помогу тебе их снять. Подожди, я не хочу снимать доспехи. Ведь я воин страны Золотого Солнца. Лучше идем со мной. Куда? В прекраснейшую страну на свете. Услада, я хотел бы разделить с тобой радость той страны. Там все свободны от рюкзаков, повязок страха, цепей. Уверен, там и масок тоже нет. Тебе что? Не нравится моя маска? Ну? Я уверена, что мы и здесь обретем с тобой счастье. Когда ты увидишь мой дом, ты захочешь остаться в нем навсегда. Только ты и я. Но страна Золотого Солнца! Мне не нужна эта страна! Мне нужен только ты. Но ты послушай, что написано в путеводителе! Я не хочу слушать путеводитель! Я хочу слышать только тебя. Твои желания. Убери свою жалкую книжонку. Это не жалкая книжонка, это прекрасная книга. В ней так много мудрых советов, а самое главное, она направляет на правильный путь. Правильный путь? Мои объятия лучше, чем твой путь. Ты меня не слышишь. Зануда, я тебе предлагаю самое лучшее. Мне с тобой не по пути. Примет Зодиакович, это я, князь Маскарадов. И я записан к вам на сеанс очищения ауры. Ты просто принц моей мечты. Я видела тебя во сне. Такого, как ты, я еще никогда не встречала. Какая красавица! Фу, противно!